полезно послушать. На узкую что намотать, на носу кое-что зарубить. Полезно, полезно. Ну так вот, в жизни каждый из нас такое может случиться, произойти. Однажды ты просыпаешься и понимаешь, что ты реально на болоте. Ну и с этим нужно будет как-то жить или что-то с этим делать. Я проснулась. Поняла. И начала думать, что мне с этим делать. Я всегда чувствовала, что на болоте я оказалась как-то случайно. Не мое. Но вот всем существом своим ощущаю, не мое. Может, меня превратили и засунули сюда? Спрятали? Может, я царевна какая только заколдованная? Ну вот в сказках же сплошь и рядом такой. Возьмут красную девочку, заколдуют и спрячут куда-нибудь там. В башню, в чащу лесную, или вот как меня, на болото. Превращенная я. Вот в моих жилах течет не лягушечек. И откуда-то возникла у меня уверенность, что выберусь я из этого болота. Не знаю как, но думаю, что случай обязательно повернется. Просто поймать свой шанс. Дождаться случая. Поймать. Раз меня спрятали сюда, ну, значит, и явиться за мной должен принц или царевич. Дождаться своего царевича и поймать. Откуда, спросите, царевич на болоте возьмется? Не знаю. Знаю только, что судьба моя дочь. Но поделиться этой мыслью с лучшим подругой было ошибкой. Вот почему все лучшие подруги по итогу оказываются... Вот сколько информации в одной фразе. Первое. Он царевич. Или младше, это пока не важно. Важно, что царский сын. Второе. Искать невесту. Ну, то есть не просто прогуляться на работу, на охоту, а искать невесту, понимаете? Ну, а третье. Судьба. То есть это не просто случайная встреча. Чувствуете разницу? А судьба. Случайная встреча — это так, встретились, не заметили друг друга, разошлись. Делам, а вот когда судьба, то никуда уже не денешься. Судьба. И это я. А он продолжает. Возьму, говорит, лягушку с собой, а там пусть батюшка-царь рассудит, как дальше быть. О, это верное решение. Ты мимо судьбы-то не пройди. Не упусти же птицу. Возьми. Там мы посмотрим, как дальше. Достал потом. Лицом я, разумеется, везде не прожила сам, но прокрутила все в голове. В сетях фотки нужно разместила. Вот так, на фоне какого царского дворца, на фоне Ваниного терема, нашего терема, на фоне карет. Так садишься на капот, ножку опрокидываешь, спиночку погибаешь, волос обязательно распускаешь. Все как положено, чтобы этих жабры не закрылись еще долго. Начинается новая жизнь. Вот чувствую. Мое. Старая жизнь поживает. Дела житейские. Дом, быт, забот. Ваня потихоньку повыкся. Утром встает, собирается, я ему одежду чистую, влажную. Я готовить не люблю, но завтрак нормальный. То каша, то блинчики, то творог свежий. После службы приходит, на столе вкусный ужин. Садимся, он ест, я на него смотрю. Ну, я тоже потихонечку вникаю, что он любит, что нет. Я поначалу очень много приправок не покупала. Ну, модно сейчас на этих кулинарных журналах всякие травки, приправки. Посмотрела. Не нравится. Запах-то, вкус. Соусы, кстати, здесь тоже отвергли. Но я
я приспособилась, стала готовить простые, но родные по вкусу блюда. Главное, чтоб довольна. Когда уходит, превращается в веселую, правда.